Привет! Сейчас будем готовить суп из белых грибов с клёцками. Для приготовления супа нам понадобится протеиновая смесь, вода, белые грибы, морковь, лук-порей, лавровый лист, соль и перец. Для приготовления клёцок нам понадобится йогурт, протеиновая смесь, томатный суп со вкусом базилика, желток яйца. Займемся приготовлением супа. Берем кастрюлю и сразу же отправляем в нее ингредиенты, которые я подготовил заранее. Я нарезал кубиком морковку, лук-порей, и в кастрюлю я отправляю белые грибы. Заливаю все водой. Немного соли и немного перца. Перемешиваю. Накрываю крышкой и оставляю вариться до готовности. А пока наш суп варится, я займусь клёцками. Делаются они очень просто. Нам понадобится всего 4 ингредиента. Томатный суп со вкусом базилика, протеиновая смесь, йогурт и желток. Для начала возьму миску, в которой будем замешивать тесто. И отправим туда йогурт. Затем отделяем белок от желтка. Нам понадобится только желток. Мы не используем в наших блюдах муку, а заменяем ее протеиновой смесью. Плюс это дополнительный источник белка. Сейчас я добавлю 4 мерные ложки. И кладем еще туда 1 мерную ложку томатного супа со вкусом базилика. Он придаст нашему блюду пикантности. Теперь все хорошенько перемешаю и буду формировать наши клёцки. Тесто готово, сейчас займусь формированием клёцок. Для того, чтобы оно не прилипло к нашей поверхности, буду использовать протеиновую смесь. 1 мерной ложки будет достаточно. Получившиеся клёцки сразу отправляю вариться в кастрюлю. Наш суп почти готов. Осталось только добавить 2 мерные ложки протеиновой смеси и все. Я уже 4 месяца пользуюсь продуктами Herbalife Nutrition и похудел больше, чем на 18 килограммов. И знаете что? Не планирую останавливаться. Хорошенько все перемешиваем. Дам повариться еще 1,5-2 минуты нашему супу, и он будет готов. Суп из белых грибов с клёцками готов. Осталось только налить его в глубокую тарелку, и можно подавать. Приятного аппетита! Питайтесь вкусно и правильно с Herbalife Nutrition.